Здравствуйте! Время новостей на городском телеканале ЮТВ. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Меня зовут Карина Тумасова, и вот главные темы выпуска. Пакет «Яровой» предложили реализовать за счет абонентов. Дворец водных видов спорта в Оренбурге все еще ждут. Когда во дворах областного центра будет достаточно парковочных мест? Подробнее об этом и не только прямо сейчас. Пакет «Яровой» предложили реализовать за счет абонентов, а глобальное потепление в будущем может помешать взлету самолетов. Подробности об этом в обзоре мировых новостей. Здравствуйте, в студии Оскар Басыров, и это «Мировые новости». Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи предлагает ввести специальный платеж для пользователей услуг связи, который будет направлен на реализацию закона Яровой, сообщает РБК. Размер платежа может составить от 3 до 5% месячного счета абонента, а за его неуплату предлагается установить аж административную ответственность. За счет этого платежа планируется компенсировать от 50 до 85 миллиардов рублей. До этого Союз промышленников оценивал затраты на исполнение закона в 10 триллионов рублей. Минкомсвязи сочли идею разумной, но, как водится, попросили не спешить. Напомним, что согласно закону операторы связи должны будут держать на серверах полный трафик всех своих абонентов сроком до полугода, а информацию об их соединениях в течение 3 лет. Что согласно закону, то, что раньше было неизбежным, а именно то, что большая часть затрат ляжет на пользователей, потому что таких денег у операторов связи просто нет, теперь может получить официальный статус. Да еще и штрафы придется платить в случае неисполнения. Впрочем, за безопасность, а именно ради нее якобы вводится пакет Яровой, всегда нужно платить. Как всегда, невеселые новости приходят к нам из США. Американские ученые предсказывают, что высокая температура воздуха станет причиной отмены каждого третьего авиарейса в мире, сообщает газета «Ру». Группа исследователей Колумбийского университета выяснила, что при повышении температуры снижается подъемная сила крыла. В самое жаркое время дня авиакомпаниям, возможно, придется удалять часть топлива, грузов, ну или пассажиров, либо ждать, когда похолодает, чтобы их самолеты смогли взлететь. По мнению ученых, если глобальное потепление сохранит нынешние темпы, то самолеты придется делать все меньше и меньше, чтобы они смогли без проблем подниматься в воздух, ну или поменять технологию их создания. Напомню, что с 1980 года температура на Земле поднялась на 1 градус. То чувство, когда наконец гордишься, что живешь в России. С нашим климатом можно что угодно заставить взлетать. Дворец водных видов спорта в Оренбурге так и не появился. По проезду Северного обещали построить большой спорткомплекс. Сам проект запустили еще в 2014 году. Мои коллеги узнали, почему обещанного уже 3 года ждут. Вот на этом пустыре должен был стоять целый дворец водных видов спорта. 3 года назад здесь заложили капсулу, которая должна была положить начало строительству. Но кроме этого куска фундамента так ничего и не появилось. 2014 год должен был дать старт масштабному проекту по строительству дворца водных видов спорта возле проезда Северный. В нем могло заниматься около 900 человек в день. Его стоимость оценивалась порядка 1,5 миллиарда рублей. Но власти сослались на экономический кризис и возросшие ставки по кредитам и обещали при первой же возможности вернуться к проекту. Комплекс ждали не только спортсмены, но и обычные жители города. Бассейн. Здесь планировалось как-то, вывески стояли, стенды, но почему-то строительство остановилось. Ну, видимо, проблемы с финансированием. Водный стадион, но его нету. Как думаете, почему нету? Ну, откуда я знаю, почему нет? Но больше всего так и не состоявшийся дворец огорчил спортсменов. На счету тренера Владимира Кириллова не один мастер спорта по плаванию. И есть даже чемпионка мира. Он помнит тот день, когда в Оренбурге решили построить спортивный комплекс, который подарил бы пловцам новые возможности. Ну, приезжал вот как раз Александр Попов с нашим губернатором. Они закопали капсулу, что начнется строительство. Но почему-то наши все это закопали, в полном смысле этого слова, взяли и закопали. В городе у нас один бассейн в школе бокса, просто не приспособлен для
тренировочных занятий. А так вот лагеря купать. Ну, детей можно учить плавать, но не тренироваться. По словам тренера, желающих заниматься плаванием в городе очень много, но вот только всех взять не смогут, потому что места нет. Мы отправили запрос в Министерство физической культуры и спорта с просьбой рассказать, будет ли когда-нибудь построен обещанный дворец. Екатерина Роженко, Олег Берендеев, Семен Рассохин, городской телеканал ЮТВ. Оренбургская область входит в топ-30 регионов России по продажам автомобилей. И перед каждым владельцем авто время от времени встает вопрос, а куда припарковать свою машину. Мои коллеги пытались выяснить, хватает ли в Оренбурге парковочных мест и как планируют производить транспортную разгрузку улиц. Утром и вечером этот двор больше напоминает парковку. Машины стоят под деревьями, на газонах и даже возле детской песочницы. Страдают от такого соседства в первую очередь молодые мамы и пенсионеры. Со всех домов, просто из этого дома, с этого дома, все выходят только на эту площадку, блядь, потому что там площадки нет, там машины. Посмотрите, что там творится. Вон, где дети катаются, вон. Угу. Все буграми, все это вообще безобразие. Водители говорят и рады парковаться в специально оборудованных местах, только на всех их не хватает. Негде. Под окнами желательно. Мертвый город, степной, там жуть. Да, не стоит. Ну, оно постепенно решается, но чем больше машин, тем меньше парковок. По данным статистики, в 2016 году оренбуржцы купили более 16 тысяч машин. Это без учета авто с пробегом. Получается, каждый восьмой из тысячи жителей региона приобрел авто. 3 года назад Сергей Бринев, будучи тогда главным архитектором Оренбурга, определил 3 основных направления. Создание дифференцированной системы транспорта, организация единого парковочного пространства и расширение улиц и строительство транспортных развязок. Проблем много. Действительно, есть разработанные, частично реализованные. Схема увеличения парковочного пространства, то есть при реконструкции, любой реконструкции, ремонте дорог на всех участках, где это возможно, организуются дополнительные карманы. В планах администрации организовать в центре 900 дополнительных парковочных мест. Работа ведется ежегодно. Обещают не забыть и про дворы. В новых микрорайонах застройка ведется уже с учетом большого количества личного транспорта. Что касается домов, построенных в советское время, здесь вся надежда на комфортную городскую среду. Сейчас мы вошли в программу формирования комфортной городской среды, где также этот момент стоит одним из первых проблемных. И мы проводили собрания во многих дворах, в десятках дворах, и люди, помимо детских, спортивных площадок, обязательно там в третью очередь называют: решите проблему, дайте нам, по крайней мере, ну, достойные места для парковок. Проекты, которые пойдут у нас в программу 18-22, будут делаться с учетом размещения, нормативного размещения автомобилей и, естественно, увеличения количества машиномест. Так что автомобилистам, видимо, остается только ждать. А в процессе ожидания не забывать о тех, кто рядом. И помнить, что детская площадка не место для машины, а тротуары созданы для пешеходов. Ксения Цурко, Карина Тумасова, Семен Рассохин, городской телеканал ЮТВ. Новые парковки, детские площадки, чистые газоны и подъезды. 5 дворов Оренбурга кардинально обустроят уже в этом году. Программа «Комфортная городская среда» начинает свою работу. Первыми работы проведут городские службы тепло- и водоснабжения, а уже после начнется общее благоустройство. Накануне в 3 дворах начали ремонт и замену старых тепловых сетей. В целом на проект «Комфортная городская среда» потратят 600 миллионов рублей. Эта сумма выделена из бюджетов всех уровней. В проекте примут участие все регионы России. Оренбуржье включилось одним из первых. Посыл в том, чтобы изменения производились на качественно иной уровень, и материалы были подбирались другие, чтобы работали проектировщики. Мы сейчас больше говорим не о том, чтобы подлатать, изменить, немножко залатать дыры. Говорим о том, чтобы жильцы увидели новые современные технологии, которые используются в других городах мира. Основная идея проекта – включить в процесс горожан. Сначала они подавали заявки на рассмотрение своего двора, потом готовили идеи по благоустройству. Ну а после, как надеются коммунальщики, жильцы будут беречь и сохранять благоустроенную территорию. Как обещали при строительстве, будет по зонам поделено. Для маленьких детей зона отдыха
для взрослых, которые следить будут за детьми. Агрегаты все требуют некоторой замены. Мы вообще новые приветствуем, нам все нравится, когда появляется что-то новое. Что хотелось бы вам видеть новое, может быть, что-то вот для детей? Ну, не знаю, качели какие-нибудь, ну, современное что-то. Не какое-то там вот облезлое, не гнилое, деревянное все, а что-нибудь современное. При бережном отношении горожан дворы сохранят эстетичный вид надолго и будут требовать меньших вложений. Но есть проблемы, от которых никто не застрахован. Например, во дворе на улице Чкалова, который, кстати, попал в программу, жильцы и коммунальщики больше месяца борются с загостившимся мужчиной. Всех смущает, что здесь большая компания собирается, а здесь, в принципе, все нормально. Вы не собираете здесь большие компании? Я не собираю, они сами приходят, я не зову никого. Спиртное здесь употребляете, вот детская площадка в двух шагах. Дети это не видят, если употребляем. Здесь употребляют на парапете постоянно, вот сколько лет это употребляется. Не я начинал, не место заканчивать. По данным Управления жилищно-коммунального хозяйства города, в реконструкции нуждаются около 1500 дворов Оренбурга. В рамках проекта в этом году благоустроят только 5 из них. Жители смогут принимать активное участие в работе. Прием заявок на участие в программе уже завершен. За новостями комфортной городской среды вы можете следить на сайте администрации города или на нашем телеканале. Наталья Богданова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. Оренбуржье оказалось в числе регионов со срывом графиков по переселению из аварийного жилья. Накануне списки опубликовал Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ. В число регионов также вошли Приморский край, Ставропольский край, Архангельская область и другие. Всего 14. Главам по результатам проверок фонд направил рекомендации по выполнению стратегических мер и завершению третьего этапа программы переселения. В Оренбурге о проблеме знают. Эту тему порядка месяца назад с главами муниципалитетов обсудила Ольга Мещерякова. В числе наиболее отстающих были названы Оренбург, Гайский и Медногорский район. В чем причина? Мы сегодня от вас услышим, почему до сих пор не предоставлена людям разумная выкупная цена. Хотелось бы еще услышать о причинах невыполнения такого способа расселения, это как приобретение квартир в готовых домах на вторичном рынке. Все средства мы вам направили. Более того, средства были направлены еще в 2016 году. Оренбург успеет переселить граждан из аварийного жилья в срок. Об этом заявил первый заместитель главы города Сергей Николаев. Мы не видим никаких сегодня препятствий. Наша задача предоставить жителям квартир. Мы эту задачу к 1 августа будем, ну, где-то не к 1 августа, к числу 17 августа выполним. То есть мы всем жителям города, те, которые попали в программу переселения, квартиры предоставим. То есть насколько быстро они туда переедут, это уже жители. По программе, которая начала действовать в 2013 году, к 1 сентября текущего года администрация города должна расселить 2323 квартиры. Сегодня полностью готовы к использованию 1115 жилых помещений. Остальные, по словам заместителя главы города, на финальной стадии. Места общего пользования – это коридоры, лифты, подъезды. Они еще там не совсем готовы, но к 1 августа ничего не вызывает сомнения, что они будут готовы. Квартиры в основной своей массе уже готовы. В областном музее ИЗО открылась выставка 3D-картин. Необычные полотна можно трогать руками, а также сделать интересные фотографии. Чем еще удивит горожан трехмерная выставка, узнаете из нашего сюжета. Выставка «Воображариум» у нас проходит второй год подряд. В прошлом году она также приезжала летом. И так как мы заметили с организаторами этой выставки, что она именно интересна детской аудитории, поэтому привезли ее как раз также в период летних каникул, чтобы дети смогли в большей степени именно на детской аудитории посетить, пофотографироваться. То есть эта выставка как раз на детскую аудиторию направлена. Здесь у нас представлены большие плакаты при определенном угле фотокамеры, да, создается такой эффект присутствия, 3D-эффект, и с помощью чего получаются такие интересные снимки. То есть, как будто бы человек находится в какой-то среде такой определенной интересной. Вы
везде уже успели сфотографироваться, очень здорово, красота просто. Никогда это не видела, вот пришла посмотреть, что это такое 3D-выставка. Ну, теперь вот поняла, что такое 3D-выставка. Красиво все. Где уже успели с чем сфотографироваться? Ой, совсем, и с дельфинами, и с Машей, и медведем. Еще там деньги валятся. В банке сфоткались там вчетвером. Было достаточно круто, реалистично. Сфоткались у дельфина, у быка, там, у денег. Вот, например, у этого КамАЗа. Сфотографировались у моря, у змеи. Там было достаточно круто. Конечно, не все больно реалистичные, но все-таки большинство реально круто. Выставка очень нравится нам. Интересно пофоткаться с ребенком. А мы только успели в банке, на крыле самолета. Деньги. Я на ней впервые, в принципе. Я не знала, что такое вообще есть. Вообще на день рождения пришел. Ну, по сути, мне понравилось так. Очень интересно. Особенно такие выставки для детей. Красота. Выставка продлится до 8 августа. Стоимость билета для взрослых 200 рублей. Для детей от 4 лет 150 рублей. Екатерина Роженко, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ. Ведущие новостей высмеял красноярских депутатов, решивших вдвое повысить себе зарплату. Согласен ли с ними наш гость из Сербии Мирко Здравич? Узнаем из его рубрики «Из России с любовью». Здраво! Депутаты законодательного собрания Красноярского края приняли законопроект, увеличивающий их зарплату вдвое – со 100 до 200 тысяч рублей соответственно. Один из депутатов от партии «Патриоты России» говорил, что когда эта инициатива обсуждалась на заседании профильного комитета, то она касалась вроде как госслужащих, библиотекарей, врачей и так далее. Но вся эта индексация – штука сложная. А у депутатов Заксобрания как раз впереди каникулы. Ну, и, видимо, решили упростить задачу. Я буду делить. Только по справедливости, Бендер. По справедливости. О! Журналисты все ходили, ловили депутатов по кабинетам, вопросы задавали разные, неудобные. Но в ответ только отмашки. Да и чего к ним цепляться-то? Ну да, было заседание. Ну да, хотели поднять зарплату учителям и врачам. Но, видимо, кто-то предложил поднять зарплату себе. А дальше закрутилось, завертелось, и как-то все проголосовали. Единогласно. Все как в тумане. Нас ждет коварство, обман, ложь. Я не слушаю. Ты лгун. И вор. Но шумиху в СМИ вызвал, конечно, не сам поступок депутатов. Чего удивляться-то? А дело в том, что в утреннем эфире телеканала ТВК ведущий Александр Смол очень живо прочел новость, сдобрив ее ироничными замечаниями. Я благодарю вас, ни в чем себе не отказывайте. Как вы жили на 100 тысяч рублей, мы даже не представляем. Вы молодцы. Пользователи сети ведущего хвалят и очень беспокоятся за то, что честный журналист потеряет рабочее место. Пишет, мол, нечасто по телевизору увидишь новости, где вот так вот сластимущими, эмоционально и не по бумажке. В Белом доме устроили прием с жареными ребрышками, а я танцую ча-ча-ча, как грудастая девчонка. Однако законопроект о повышении зарплат народных избранников уже подписал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Говорит, 10 лет зарплаты депутатов стоят на месте, так что основания есть. А собственно, почему бы не повысить? Ведь они это могут. До скорых встреч! Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, что все наши сюжеты вы можете найти в группах в социальных сетях. Впереди вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь на городском телеканале ЮТВ. По информации портала meteoparaplan.net, 15 июля в Оренбурге ночью плюс 14. Утром до 20 градусов тепла. Солнечная погода. Днем воздух прогреется до 27. Вечером солнечно и плюс 25 градусов. Ветер северного направления. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
В Орске ночью плюс 13. Утром воздух прогреется до 19 градусов. Ясная погода. Днем ожидается дождь и гроза. 24 градуса тепла. Вечером плюс 20. Сохранится дождливая погода. Ветер западный с переходом на северо-западное направление. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.